Всем привет! Это продолжение первой части о том, как этой осенью 2020-го я потратил немало денег для того, чтобы обновить свое портативное аудио. Что рассматривал и почему, от чего отталкивался, почему захотел старое поменять, все это было в первом ролике, ссылка будет в описании. Ну и интересующимся тематикой аудио людям настоятельно рекомендую сначала посмотреть то видео, а потом вернуться сюда. Ну а для всех остальных это будет мой большой обзор-отзыв на мой новый Hi-Res плеер Айбаса DX160 и на три мои новые пары наушников. Первое – это яркий представитель одних из лучших гибридных наушников с Алиэкспресса в ценовой категории 10-13 тысяч рублей – это BigWiz Spring 2. И двое по краям – это яркие представители гибридных наушников с арматурой там и другими излучателями в ценовом диапазоне 30-35 тысяч рублей. Как все это звучит вместе, как эти наушники можно сравнить между собой, как все это звучит в дуэте с моим новым плеером, разберем сегодня на примере нескольких моих любимых треков из разных жанров и какие в итоге наушники я себе одни оставлю, а какие продам, обо всем этом в сегодняшнем видео. Ну и сразу хочется поблагодарить спонсора сегодняшнего видео, это магазин аудиотехники X-Chaser. Почти весь ассортимент из магазина, это вот прям такая подборка народных любимцев, которые рекомендуют на тех самых аудиофильских форумах. Ну то есть почти весь товар там это такой best of the best в своем сегменте, и плюс на это самые низкие цены на рынке. Именно в X-Chaser мне дали хорошую скидку на мой новенький Айбаса DX160, но об этом немного позже. Ну и в общем, если хочешь крутые наушники или плеер, ссылка будет в описании, проверяй цены. Для начала о плеере. Что за Айбаса DX160 и почему именно он? До этого у меня долгое время был Айбаса DX90, и мне захотелось наконец-то больше экран, чтобы можно было хорошо рассматривать обложки треков, нормально видно было название песни без прокрутки строки, ну и чтобы было удобно искать треки через поиск с клавиатурой. Ну и еще одна причина, я думаю, никто не будет спорить, что все большую популярность набирают сейчас стриминговые сервисы. Для просто людинов вроде меня это Яндекс.Музыка, ну а для ужаленных аудиофилов это Tidal, Deezer, Qobuz и так далее. Ну и вот эта вот эпоха, когда ты такой мамин хацкер, спиратил музыку во флаке с торрентов, закачал ее там в плеер свой размером с кирпич на SD-флешку, повесил ее на ремень от прямых джинс. Эти времена уходят уже в прошлое, и постепенно все больше даже таких людей начинают задумываться про юзабилити. А тут без сенсорного экрана, без доступа к стриминговым сервисам, а это интернет, Wi-Fi, без разглядывания сочных обложек уже никуда. Поэтому даже старожилы аудиофилии сейчас поголовно меняют свои там а-ля Colorfly C4 Pro или Hi-Fi Man 600-х, 800-х серий на что-то поновее и с тачем. Более-менее прошаренная в теме аудио сейчас спросят, а нафиг тебе вообще этот отдельный огромный плеер, который уже давно устарели? У них там даже в плеерах по 40 тысяч в лучшем случае стоят 400-е снапдрэгоны, а в остальном там поголовно медиатеки. У них 1-2 гига оперативки, и учитывая Android, который теперь уже повсеместно и в плеерах, они, ну, явно будут тормозными. К своему нормальному телефону купил лучше USB ЦАП, который сейчас просто бешеную популярность набирают. Ну и будет такой же звук, как в плеере нормальном, плюс нормальный крутой экран и хорошее быстродействие телефона. Да, сейчас есть весьма серьезные свистки, вроде нового FIO Q3 или iFi iDSD. Это не маленькие такие кирпичики, которые нужно проводом соединить с телефоном, а к самому ЦАП еще и наушники подключить, да еще все это резинкой их с телефоном закрепить, чтобы они в кармане там у тебя не ерзали, не болтались. Ну и для меня такой формат отпадает сразу, потому что, ну, уже я лучше куплю отдельный плеер. А вот в плане миниатюрных свистков, я купил себе Sonata Tempotec BHD с двумя ЦАП, с балансным выходом, и по всем характеристикам на данный момент он находится в топовом сегменте в плане начинки среди подобных USB свистков, но мне хватило и 15 минут прослушивания, чтобы понять, что это даже не близко к моему старенькому, компактному DX90. И уже потом, после того, как я все это перечитывал, пересматривал, особо смелые блогеры аудио начали поговорить, что, ну, мол, да, мы рекламируем эти свистки, но по факту лишь самые топовые из них могут немного приблизиться к плеерам уровня FIO X5 III. Ну и даже вот физика, по логике подумайте, как вот плата такого размера может подобраться к качеству плееров, где платы там в 5 раз больше, где кондеры толстые стоят, где усилительная обвязка мощнее раз в 100,
и так далее. Ну и ладно даже такие свистки. А вот когда говорят о крутом качестве даже обычных типа а-ля переходников, которые впихнули микросхемку ЦАПа даже без усиления, ну, для меня это смешно. Но при этом, в целом, если у вас наушники уровня моих старых, Дюну, Титан 1, да, хороший свисток может перекрыть ваши потребности в хорошем звуке начального уровня. Ну, я же обещал вам передать свой опыт копания в форумах, там, пересматривание кучи обзоров и так далее. Записывайте. Вот прям топы из топов, которые я вычитал и выделил именно для себя. Очень хвалят новенький iBass DC03, вот прям, наверное, самый универсальный вариант. Это Kazoy Tact Pro и вот прям совсем эксклюзив Latu PAV S1. Вот они реально могут заменить недорогой Hi-Fi плеер за $200-250. Я же все-таки решил купить себе отдельный плеер, и вот среди них там Hi-Fi Best of the Best на сегодня выглядит примерно вот так. Или хотя бы вот так. Ну или очень там старожилы любят вот такой плеер. Я же не настолько богат, да и звук там по большей части все-таки от наушников зависит, чем от плеера, поэтому я хотел уложиться там в $400-500. Ну и опять же передаю вам опыт своего выбора и сравнений. Hi-Bear 5. Хорошо, но уже не самый современный. Hi-Bear 6 и FIO M11 и M11 Pro. По-моему, это самые быстрые плееры на сегодня, потому что на нормальном Snapdragon'е. Но при этом R6 сильно вкусовой плеер по многочисленным отзывам, а FIO а-ля натуральный и спокойный, а мне при этом хочется чего-то ярче и эмоциональнее. Ну и я уже чуть было не взял The Beat Opus 1S, но там очень много отзывов про вздутие родных аккумуляторов, а это не очень круто. Плюс нет стриминга, плюс он довольно толстоват. И вот тут всплывает новенький iBass DX160, который после огромного трушного металлического кирпича DX150, который вроде бы чуть выше классом, делает ставку на крутой дизайн, яркие краски, большой сочный экран и молодежность. Ну и true аудиофилы наверняка прошепчут, да это все для школоты, это все для жертв маркетинга. Но, тем не менее, по совокупности всех качеств мне этот плеер подходил больше всего. Ну, а я перечитал кучу обсуждений на форуме Player.ru. Это, наверное, самый аудиофильский форум в Рунете по части портатива. Там же, кстати, можно мониторить барахолку, и там очень часто встречаются сочные предложения, так сказать, для своих. И цены зачастую ниже, чем на Авито. Форум Доктор Хеда, на мой взгляд, более мертвый, ну и по USB-свисткам можно почитать еще FOPDA. Вот это вот три форума по портативу, где можно подчерпнуть кучу полезной информации, и где лично я купил двое вот этих вот наушников. Итак, по выбору плеера все, а теперь переходим к наушникам. Ну и начнем с характеристик. Duno и iBass — это оба гибриды, у Duno один динамический драйвер 13-мм и два сдвоенных арматурных излучателя от популярных Knowles. Одна пара для high-mid, я так понимаю, это верхний диапазон SC, и одна пара для ultra-high, видимо, для самых высоких. Сопротивление небольшое, всего 20 Ом, и у них металлический корпус, что очень круто. Отдельно стоит выделить кабель. Многие аудиофилы сразу меняют там стоковый кабель на кастомный, чтобы максимально раскрыть качество звука любимых наушников. Здесь же с завода уже стоит достойный плетеный кабель, который у 80% наверное сразу снимает вопрос о замене кабеля, а у самых прожженных 20% ну позволит не думать о замене кабеля очень долго. Плюс у него довольно крутая фишка — это сменные коннекторы. Слушайте музыку через обычный 3,5 мм разъем, есть такой. Открывайте для себя мир балансного подключения с гораздо меньшим количеством помех, более чистым сигналом и зачастую большим выходным усилением. Вам не нужно идти и покупать новый кабель. Просто меняйте штекер на 2,5 мм или новомодный пентакон 4,4 мм. В комплекте куча насадок, лучшее оформление коробки, которое я видел, сразу видны все фишки наушников, ну и плюс неплохой чехол из кожи молодого дермантина. В iBass IT-04 коробка выглядит гораздо проще, информативность о продукте минимальна, но при этом сами наушники стоят на 5000 рублей дороже. Вместо чехла у него увесистая железная круглая банка, которая сама по себе весит 166 грамм. Зато кабель под названием iBass CB12S, насколько я понимаю, еще более топовый, и отдельно он стоит в районе 100 баксов. Штекер у него сразу балансный 2,5 мм, что как бы намекает на уровень звука, типа непосвященным здесь не место. Но для обычных смертных в комплекте есть переходник на 3,5 мм. У IT-04 сопротивление еще меньше, это классические 16 Ом. И тоже один динамический драйвер, правда уже не 13, а 10 мм. И три арматурных излучателя от тех же Knowles. Смотрятся они, конечно, вообще секси. Корпус здесь это такой закос под кастом шеллы, но здесь корпус, конечно, унифицировали немного, поэтому все говорят, что они либо ну, садятся как влитые, как кастомы, либо не садятся вообще. Корпус у них пластиковый, но с таким симпатичным отливом из синего в черный или наоборот. Ну и вот ко мне приехали те самые BigWiz Spring 2.
Стоят они по сравнению с этими гигантами всего 10-11 тысяч рублей по акциям. Но вы посмотрите, какой кабель. Сразу понятно, кто тут отец, да? Вот кабель, который отдельно стоит почти 8 тысяч рублей, а вот Big Wiz, который отдельно стоит 2,5 тысячи. Ну и сразу же понятно, что чем толще, тем более дорого-богато, да? Ну ладно, если серьезно, то для этой цены вполне неплохой кабель, хотя учитывая такую толщину, да еще и в золотом исполнении, он все-таки похож на какую-то дешевую бижутерию. По конфигурации тут самое высокое сопротивление 32 Ом, и это тоже гибриды. Тут один динамический драйвер 13 мм, один арматурный, правда уже не Knowles, а видимо какой-то китайский ноунейм. И вот что меня подкупило, один 9-слойный пьезоэлектрический для высоких частот. Пьезоэлектрика в наушниках встречается довольно редко и сразу дает им плюс 10 к статусу аудиофильности. Ну и со Spring 2 и начнем. Про них, увы, вкратце, потому что на фоне гибридов за 30 тысяч звучат они, конечно, скучнее. Да, естественно, они лучше, чем мои старые затычки динамические Duno Titan 1, и в этом плане я, конечно, получил свой апгрейд. Здесь и разделение инструментов лучше, нет каши, чуть детальнее звук и вот это вот все. Но, на мой взгляд, звучат они, ну, прям вот ровно на свою цену. Ну и по посадке. У них не маленький металлический корпус, но при этом довольно короткий звуковод, из-за чего они корпусом в ухо упираются раньше, чем звуковод нормально зафиксируется в канале. Но опять же, уши у всех разные, а с посадкой все всегда индивидуально, поэтому тут ничего не скажу. У Big Wiz Spring 2 неплохой, но немного размазанный бас, причем не самый глубокий. При том, что звучание плюс-минус нейтральное и все детали неплохо различимы, в целом звучание немного мутноватое. Опять же, это ощущение все-таки основано на опыте прослушивания двух более дорогих наушников. Свои там 10-11 тысяч рублей, я думаю, они все-таки стоят. Ну и вот теперь моя основная артиллерия. Я сначала купил Duno 3001 Pro, но практически на всех форумах постоянно тоже писали, что в сегменте 30-35 тысяч есть еще одни тоже очень крутые наушники, которые ну никак нельзя пропустить, если ты там увлекаешься звуком. Это iBass IT-04. Я их все-таки купил, и, ну и купил их, конечно, БУ, там на Play.ru, на форуме. Ну а тем не менее, настолько вот раскошелиться я все-таки решил, потому что думаю, сейчас вот куплю, все-таки сравню уже досконально, выберу какие-нибудь одни, потом все остальное продам, деньги отобью и так далее. Но все не так-то просто. У Duno 3001 Pro сменил коннектор на пентакон и вуаля. У IT-04 родной кабель на 2,5 мм балансный, в моем плеере такого не оказалось, а переходник у них только на обычный 3,5 мм. Поэтому пришлось в X-Chaser покупать хороший переходник с 2,5 на 4,4 пентакон. По посадке. У Duno меньше корпус, и подобрав подходящие насадки, они вставляются в ухо как кнопки и держатся там просто отлично. У IT-04 огромный корпус, но хотя бы звуковод достаточно длинный, чтобы нормально фиксироваться в ухе. Вот этот бугорок должен, видимо, повторять анатомию ушной раковины, но мне он просто упирается в ухо и давит. На проводе нет заушин фиксирующих, хотя посадка предполагается именно такая, но и в итоге сидят они не очень комфортно, хотя и довольно плотно. Кабель ощутимо тоньше, при этом изоляции на нем тоже меньше, поэтому ходить вот сейчас зимой даже с кабелем под курткой не так спокойно, как с теми же Duno. Из-за глянцевого и пластикового корпуса постоянно боишься их даже на стол положить, потому что боишься поцарапать или затереть. С металлическим корпусом у Duno тоже такого нет. Ну и вот после такого моего отзыва, главное, что не дало мне просто на следующий же день выложить IT-04 на Авито, звучат они куда объемнее, размашистее, ярче, эмоциональнее, более вовлекающе, чем Duno 3001 Pro. Ну и вот я обещал вам примеры треков, и первым хочется поделиться вот моим таким набором аудиофила для проверки вообще любой техники, любых наушников на вшивость. Ну и первое, это, наверное, саундтрек к игре Assassin's Creed 3 от Lorne Balfe и немножко там саундтрека из Assassin's Creed Black Flag. Мои фавориты этого саундтрека прямо сейчас перед вами на экране, их я точно могу рекомендовать. И это вот такой прям эпик в исполнении целого оркестра, ну и столько инструментов я не слышал, наверное, больше нигде. Столько призвуков, столько послезвучий каких-то тонов там, затуханий, переходов и так далее. Плюс вот этот весь общий такой эпический настрой, типа, а, ребята, пойдемте сейчас дадим пи***ли Наполеону прямо на этом поле. Короче, просто ух. Второй аудиофильский набор — это саундтрек к игре The Witcher 3. То же самое, только с большим уклоном в фольклор.
Ну и сюда же, наверное, отнесу электросюиту от Ханса Циммера, это саундтрек к новому Человеку-пауку. И на 5-й минуте там начинается такая инструментальная электронная вакханалия, которая просто сносит голову. Ну и вот, например, самая крутая вот эта заглавная тема третьего Ассасина. В Дуну звучит детально, но у них отчетливо слышен акцент на низких частотах, который в некоторых местах раздувает бас, позволяя ему залезать на начало среднечастотного диапазона. Бас тут нельзя назвать каким-то сабвуферным или каким-то сверхглубоким, при этом при общей такой нейтральной подаче и медленноватый все-таки бас, который к тому же еще и вылезает немножко на средние частоты. Ну и по итогу звук тебе кажется немного суховатым и что ли немного размазанным. Ну а сразу же после них надеваешь вот эти IT-04 и понимаешь, что звук здесь все-таки довольно тюнингованный в сторону V-шечки. Но опять же, нужно понимать, V-образность это не всегда плохо, и когда она сделана грамотно, как вот здесь прям буквально немножко, то это дает вот такое мощное вкусовое вот удовольствие от звука. Чуть приукрашенные высокие частоты дают ощущение еще большей прозрачности и детальности на верхах. Да, низкочастотный драйвер отстроен так, что он, при том, что меньшего диаметра, дает гораздо более глубокий бас, чем вот здесь. Плюс он не вылезает на средние частоты, и в итоге он получается еще и более быстрый, поэтому он глубже, более очерченный, мощнее бас, но при этом не отвлекает на себя внимание. И вот про эмоциональность. Те же самые низкие и высокие частоты, но более очерченные, более подкрашенные. И в итоге очень крутой американский фолк-коллектив Brother Jag на IT-04 звучит куда более вовлекательно. Струны гитар там чувствуются прямо острее, ярче за счет акцента на ВЧ. В том же оркестровом саундтреке к Ассасину создается большее ощущение очерченности каждого отдельного инструмента, и от этого создается иллюзия большей детальности. И вот вроде бы в Дуну слышны все те же самые инструменты, но по общему восприятию создается ощущение, что оркестр не на живой сцене с вот этим воздухом, пространством, с послезвучиями, а сидят они все теснее, ближе друг к другу и в заглушенной студийной комнате. То есть сцена чуть уже, а инструменты звучат чуть более сухо. Ну и кстати, вокал у Дуну тоже немного утоплен и располагается чуть позади инструментов. У IT-04 сцена явно шире, но при этом все как-то вот с голосом и инструментами примерно на одном уровне. Максимально нейтральным таким спокойным композициям, с теплым голосом, со спокойными инструментами, Айбас отдает больше красок и больше эмоций. Тот же персонаж из Казахстана под творческим псевдонимом Масло Черного Тмина. Это вот такой, конечно, уникальный персонаж, который смешал элементы рэп-текстов стандартных, привычных, под джазовые и блюзовые мотивы. На Дуну, например, он звучит ну как-то по-студийному, спокойно и размеренно. А вот IT-04 дает ему больше красок, то есть глубже удары в барабан, ярче и более отчетливо, более резко чувствуется саксофон. Ну а под трек «Лето» с его нового EP «Харис», вообще там ночью откинувшись в кресле, можно так залипнуть и прям сладко уснуть, потому что вот такой депрессивный саксофон, полуночный такой, нуарная атмосфера, медитативный вокал, еще такой виниловый налет с шипением вот этого звука. Итак, с другой стороны, общая такая нейтральность и бархатность звука Дуну для старого джаза и для подобных жанров, это те же Рэй Чарльз, Луи Прима, Элла Фицджеральд, они сами по себе имеют такое ретро-виниловое звучание из-за несовершенности качества записи тех лет. А вот Дуну будет это еще максимально подчеркивать и добавлять ламповости и бархатности звучанию. Но учитывая настолько мощный перевес в плане звука в сторону вот IT-04, главный все-таки их недостаток это вот эти подчеркнутые ВЧ, которые к тому же умножаются на подчеркнутую верхнюю середину Айбаса, тоже для большей эмоциональности. И в итоге звенящие тарелки, песок в звуке, стеклянный вокал, тарелочки мелкие просто цыкают, аж неприятно. Ну и в итоге половина моих треков звучит просто ну на грани дискомфорта. На компьютере со звуковой картой Asus Zonar Phibos вот эта крикливость, сибилянты в некоторых треках, они чуть лучше контролируются и не так ярко выражены, но они есть. Ну и получается, тот же Bring Me The Horizon вообще невозможно слушать, ну там скриминг и там даже вокал уходит в сибилянты. Все не так катастрофично, как может показаться, но вот прям где-то на грани. Больше половины песен Мэрилин Мэнсона, учитывая его такой специфический голос, все туда же. И вот, кстати, я заметил, треки в Hi-Res формате уже куда меньше этим грешат, и вот когда я вижу трек там 24 бита и там 1700 килобит качества, то я стараюсь выбирать, конечно, именно их, и я точно знаю, что это будет звучать круче, чем стандартный там 16-битный флаг на 800-900 килобит. Но даже в таком качестве последний альбом Мэнсона, и конкретно вот это одна из моих любимых оттуда композиций, на IT-04 слушать это прям ну дискомфортно.
конечно. То есть песок, стеклянный вокал, тарелочки прям цыкают очень сильно. И все это периодически даже срывается в сибилянты. Ну, короче, на Дуну практически весь мой рок, почти вся альтернатива и некоторый рэп там даже типа Оксимирона. На Дуну звучат гораздо более удобоваримо. Местами, конечно, не так вовлекающе, не так ярко, не так эмоционально. Но при этом хотя бы там яркий вокал, типа скриминг, электрогитара и тарелочки маленькие, они хотя бы не выпиливают тебе мозг. Итого, любите нейтральную подачу, однозначно Дюну 3001 Pro это ваш выбор, плюс у них более удобная посадка и плюс гораздо большая практичность. Но я вот что думаю, если даже на вот таком вот с подчеркнутой серединкой верхней, с подчеркнутыми верхами, вот эти наушники звучат так, ну, по-студийному скучно, местами безэмоционально, то как же они будут играть на нейтральных и даже темных плеерах? iBass IT-04 сочнее, вкуснее, ярче отыгрывает композиции, глубже и быстрее низкие частоты. Ну а половина моих треков с ними отыгрывает ну просто на грани дискомфорта. Я нашел очиха этих наушников, и видимо это из-за вот этого вот горбика на 8-9 кГц. Но хоть я и не люблю катастрофический эквалайзер, я попробовал опустить диапазон 7-10 кГц на 2 дБ, но звон не ушел. А тут еще и эквалайзер какой-то замудренный, и на некоторых треках вообще его хочется отключить, и громкость падает при его включении. Ну и, короче, возникает ощущение, что я вообще все только напортил. Плеер MDX-160 я доволен, ну, почти на 90%. Опять же, спасибо за крутую скидку магазину X-Chaser, ссылка в описании. У плеера крутой современный дизайн, крутой четкий экран даже в версии 2020. Аккумулятора хватает или на 2 дня очень активного прослушивания на балансе, или на недельку покататься на работу с прослушкой там 1-2 часа в день. Когда надоел твой плейлист, раздал Wi-Fi с телефона, включил Яндекс.Музыку на плеере и слушаешь рекомендации дня. Производительностью относительно доволен, тормозов особых не заметил, да, из полного выключения он там включается минуту или полторы, и клавиатура в поиске открывается не так молниеносно, как на смартфонах с топовым Snapdragon, ну а в остальном даже тяжелые треки на хорошей карте памяти переключаются молниеносно, а большего в общем-то и не нужно. Из минусов, регулировать громкость колесиком придумал, наверное, дьявол, потому что оно утопает в чехле и крутить его очень неудобно, а без чехла и пленки я бы его не смог носить, потому что ну полностью глянцевый плеер через неделю просто уже превратится в непривлекательный исцарапанный обмылок. Второй минус – все кнопки. Даже без чехла ты слабо чувствуешь, нажалась она или нет, а в чехле из-за короткого хода ни щелчка, ни отсечки, никакой фиксации или обратной отдачи вообще нифига не чувствуется. Для плеера за 30 с копейками тысяч рублей это просто не зачет, и на том же даже старом DX90 и кнопки, и регулировка громкости были в разы круче. Еще один минус – заходишь там в магазин, ставишь трек на паузу, минут через 5 выходишь, из кармана опять пытаешься нажать на play, но, тем не менее, кнопки ушли в сон, они не реагируют. Нужно доставать опять плеер из кармана, включил экран, кнопки пробудились, и только потом можно уже опять нормально пользоваться. Короче, я, насколько понимаю, плеер уходит в неглубокий сон, отрубает кнопки, и вот как это время отключить, я в настройках так и не нашел. Короче, этот обзор получился обалдеть каким длинным, но я надеюсь дал вам кучу информации полезной и эксклюзивной именно в плане сравнения. И в целом получается у нас 4 обзора в одном. Но опять же уместилось не все, поэтому на другие какие-то вопросы, более узкие, отвечу уже в комментариях. Естественно, буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев. Заходите на мой канал, там еще целый плейлист с тематикой аудио, колонки, плееры, наушники и так далее. Надеюсь, вам понравится, ну и увидимся в следующих видео. Всем пока!